мама Тамары Гверцетели ушла из жизни 1,5 месяца назад. Певица была с ней в очень близких отношениях. После похорон артистка попала в больницу, но даже после выписки из лечебного заведения не может прийти в себя и постоянно плачет. Продюсер Сергей Пудовкин считает, что Тамара находится в критическом эмоциональном состоянии. Звезда отказывается от всех концертов и выступлений. Ей очень плохо, а чем помочь, я не знаю. Мы только вчера разговаривали, она плачет, не переставая, переживает Пудовкин. Продюсер сожалеет, что не может оказать Гверцетели должной поддержки и утешения. Она сейчас в Грузии, а Пудовкин в Москве. Мало чем может помочь и сын певицы, он живет в Лондоне.